Всем привет! Добро пожаловать в Нижнекамск, в Республику Татарстан. Мы на матче Мелбет первой лиги, которую когда-то в шутку прозвали лучшей лигой мира. Но, собственно, в каждой шутке, как мы знаем, есть доля правды. И, собственно, это Мелбет первая лига каждый раз оправдывает это звание и статус. Ярослав Хромей из Воронежа готов дать стартовый свисток, и мы начинаем! Болельщиков сегодня не так много, но я думаю, что их будет достаточно по ходу матча в одиночестве. В данном случае это позволяет прессинговать высоко. Сиддиков от Петрова. Передачу получил Шильцов. Удар! Ой, как было хорошо! Эта команда идет вот так низко в таблице. Смотрите, как комбинирует. Как раз вот этот опасный момент. Угол-то был открыт. Снова он, но под правый мяч. Ой-ой-ой-ой-ой! Кстати, с правой-то, в общем, все так забыли. Ну, не стерильно у владения, конечно. Ой-ой-ой, Бурлаков скинул, удар в упор. Это Янович! Это Янович! Что ты сделал? За шиворот. Этого не может быть. Бурлаков, первое вообще какое-либо заметное действие в матче. Юшин в упор дважды бил. С мячом встречался, ну, чуть меньше, чем обычно. Кане пропустил, пропустил как раз-таки Султана Джамилова. Это Валиахметов. 1-1 вышел. И это гол. И это гол для «Нефтехимика». Но наиграли эти парни на него в этом матче. 17-й номер. Да, Султан Джамилов пролетел, как пуля. Мяч прокинул, даже не глядя, по-моему, на Валиахметова. Тот 1-1 вышел. И в... Ну, получается, под опорную, да, ногу пробил, да, Ренату Шакерову. И тот, к сожалению, выставлял руки во всю свою ширину. Не торопиться с тем, чтобы врываться в штрафную. Максим Петров, его кросс, удар по воротам. И это гол! И это гол! 2-0, игра закончилась на этом. Вот это да! Последние 15 минут «Нефтехимик». Ну и что? И посмотрите, какой удар с угла головы в данном случае. Максим Шоркин. Допускаю, что это первый гол в этом сезоне. Ренат Шакеров. Еще вчера надо было туда бежать, в этот угол. Но, понятное дело, по высокой траектории, чуть позже. Уже после первого гола, я имею в виду по эмоциям и по рисунку. Максим Данилин, штрафной. Это Юшин, это гол! Это гол в самой концовке! 30 секунд будет у футболистов команды «Родина» Александр Юшин. Смотрим, что здесь было. Так... Врывается Даниль. Нет, это Александр Юшин был. 6-й гол в Мелбет первой лиги. Лучший по голам в этом сезоне. И теперь забивает уже, получается, 6, да. Как я уже сказал, 5+1. Шикарная работа в штрафной. То, что он умеет, наверное, лучше всех. Минуту уже, кстати, переиграли Йорди Рейна. Йорди Рейна забросил! Ой-ой-ой. Да, игра раскрылась тогда, когда мы немножко уже подобрались к концовке. 2-1. «Нефтехимик» побеждает впервые с четвертого тура.